Новая площадка для воркаута на спортивной набережной откроется меньше, чем через месяц. Сегодня строительные работы в самом разгаре. Участок на береговом откосе заливают бетоном торговой марки «Трилитон» слоем 15 сантиметров. Компания «Бетоныч» выделила для строительства площадки более 10 кубов сульфатостойкого бетона, который устойчив к любой агрессивной среде, прибрежным зонам, соленой воде и переменам погоды. Владивосток – город спортивный, позитивный, динамично развивающийся. Спорт по праву уже стал нашей неотъемлемой частью жизни. Вот, и мы считаем, что спорт должен быть доступный каждому. Вот, поэтому, когда мы узнали, что ребята организовали такую акцию по строительству площадки воркаута, мы на это, естественно, сразу отреагировали. Идея построить во Владивостоке современную уличную площадку для занятий воркаутом пришла организаторам спортивного сообщества «Спарта» еще в 2018 году. Уже в конце июня здесь появятся профессиональные турники, которые будут доступны опытным спортсменам, любителям здорового образа жизни и людям с ограниченными возможностями. Изначально площадь участка составляла 139 квадратных метров, однако благодаря компании «Бетоныч» ее удалось расширить еще на 40 квадратных метров. В принципе, они очень быстро отреагировали, соответственно, привезли нам скальный грунт, отсыпали в размере там, 25 тонн и, соответственно, выделили бетон. Помимо этого, желаю отметить, очень быстро они отреагировали, спасибо им огромное, очень здорово. Для компании «Бетоныч» благотворительность всегда на первом месте. Вот уже более 2 лет здесь придерживаются доброй традиции. Помогают детям с онкозаболеваниями и их семьям. В рамках акции «У нас твердый бетон, но доброе сердце» раз в квартал 5 рублей с каждого купленного куба бетона «Трилитон» перечисляется в адрес фонда «Сохрани жизнь». Олег Завьялов, Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на восьмом.